Киргизия – это не самое популярное туристическое направление на сегодняшний день, а зря. Ведь здесь так много достопримечательностей, которые достойны внимания заядлых путешественников. Ниже представлен список основных из них. Из-за размеров озера его часто называют местным горным морем, а кристальная вода в нем яркое тому подтверждение. Все это в сочетании с чистейшим горным воздухом производит на туристов неизгладимое впечатление. 10 деревень, которые надо увидеть в Турции. Кроме того, что этот пик – гордость Киргизии и памятник наследия ЮНЕСКО, это еще любимейшее место местных молодоженов. Именно сюда они отправляются за невероятными кадрами для своей свадебной фотосессии. Также можно подняться на смотровую площадь, чтобы увидеть город Ош как на ладони. 5 мест в Чили, которые нужно увидеть. Озеро, возраст которого более 10 тысяч лет, расположен среди горной местности. Здесь практически нет никакой инфраструктуры и, как следствие, большого туристического потока. Но этот факт делает его еще более загадочным и уединенным. 8 мест в Дрездене, которые непременно стоит увидеть. Башня с древним минаретом – архитектурное наследие всей Киргизии. Выполнена из старинного обожженного кирпича со вставками из мозаики. На самой высокой точке башни есть смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на горы. Каменный сад расположен на берегу озера Иссык-Куль и занимает огромную площадь. Здесь собраны камни, возраст которых исчисляется не одним тысячелетием. На многих из них нанесены рисунки с изображением охоты на животных. Заповедник расположился в южной части Киргизии. Визуально он представляет собой село, окруженное лесами, где растут ореховые деревья. Именно этот заповедник и считают родиной грецкого ореха. Большинство ущелий, которые действительно интересно посетить, расположены неподалеку от озера Иссык-Куль. Чистейший горный воздух, водопады – вот лишь малая часть, что может здесь увидеть турист. Киргизия активно работает над горнолыжным туризмом, завлекая любителей активного отдыха хорошими трассами и невысокими ценами. Кроме достойной инфраструктуры и экстремальных спусков, многих также привлекает идея катания в местности с такими живописными пейзажами. Самый знаменитый базар находится в городе Ош. Попав сюда, турист почувствует ту самую восточную атмосферу, попробует дары киргизской земли. Оказавшись в Киргизии, непременно стоит попробовать национальный напиток кумыс. У всех на него разная реакция, кому-то сразу нравится, а кому-то категорически нет. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.